Продолжает свою работу микс-площадка «Тандауса Зде». Сегодня участники проекта познакомились со студией «Лепка из глины». Сейчас лепка из глины – одно из любимейших занятий детей. Она успокаивает, дает выход эмоциям, учит концентрироваться и просто доставляет удовольствие. Лепка – одна из самых древних занятий человека. Однако это совсем не означает, что она потеряла свою актуальность. Как раз наоборот, сегодня лепка из глины в большом почете, ведь из этого материала можно сделать массу всего интересного и красивого. Посуду, игрушки, подарки, украшения для дома, бижутерии и так далее. С давних времен у многих народов существует поверье о том, что человек был сотворен из глины. Как утверждают ученые, даже само древнееврейское слово «человек» имеет связь со словом «земля», «краснозем». Неудивительно, что и человека с раннего детства так тянет лепить, создавать новые формы из различных пластичных материалов. Лепка побуждает детей творчески мыслить, помогает развить мелкую моторику и, конечно же, получить море удовольствия.